смотрите, какая у нас идет стройка. Видите, да? Приехала бетономешалка. Огороженный участок. Видно. А здесь, кстати, был овраг. Вот этот дом, который стоит последний, после него был овраг. Очень много сюда привезли КАМАЗов со строительным мусором или с чем, не знаю. Потом сыпали-сыпали, потом поставили опорные стены. И сейчас, вот они, по-моему, забор сейчас будут заливать или какую-то основу под забор. Ну, я так понимаю, потому что вчера там копали и делали опалубку. В общем, вот эта стройка целыми днями идет, и, конечно же, шумно. Окно у нас открыто. Мы уже показывали, что у нас солнечная сторона. Это Сочи, кстати, и плюс, и минус. Но мы все-таки для себя решили, что это плюс. Очень жарко. В принципе, можно даже шторы закрыть, чтобы жар не шел сюда. И вот эта вот стройка, ну, если окно закрыто, оно не сильно, конечно, напрягает. А вот еще с этой стороны у нас стройка. Мы тоже много раз показывали, что за забором, так скажем, за бетонным, да, залито что-то такое, фундамент или сваи какие-то, как это правильно называется. И видите, вот уже стройматериалы какие-то подвезли. И ходят там рабочие, что-то делают. И тоже стройка начнется скоро. Новый дом строить будет, я так понимаю, этот же застройщик, который строил дом, в котором мы сейчас снимаем. Вот. И это, к слову, к тому, что мы с Алексеем думали, как же нам отсюда уезжать, если у нас в Адлере начнутся ремонты, и там будет нереально жить. Везде будет стук, долбежка. Ну вот смотрите, у нас вот здесь стройка идет. Сначала я, честно говоря, думала, что какую-то парковку заливают. Но теперь уже вижу, что сильно много сюда влили бетона и насыпали сильно много вот основания. То есть явно будет дом, это чей-то участок, видимо. Хотя, повторюсь, там был овраг. И вот это вот тоже стройка. Тоже вот-вот начнется. И поэтому, что здесь будет скоро некомфортно жить, да, из-за стука и стройки, что в Адлере нам придется терпеть ремонты, поэтому все-таки задерживаться здесь нет смысла, надо сваливать, как только запустим на ремонт, сразу начнем и съедем. Вот тут вот перенесли калитку, и вот тут вот нарастили забор, видите, другой этот. И вот эти вот ворота строительные. Куда они будут заезжать, наверное, завозить какие-то материалы. Так что стройка будет ого-го. Поэтому мы сначала с Алексеем испугались, что нам в Адлер придется въехать одним из первых и терпеть ремонты. Но здесь тоже не весело будет оставаться. Поэтому все-таки мы будем сваливать.